В Карачихе в районе школы сделают пешеходный переход со светофором через дорогу Ярослав-Люглич. Работы выполнят по одной полосе с сохранением автомобильного движения. Они должны продлиться до 23 октября. В ближайшее время начнутся дорожные работы и на первом километре трассы Ярославль-Кострома. Движение транспорта тоже останавливать не станут. Ремонт завершится во второй половине ноября.